Замечательный город Севастополь. На каждом голубом экране идет фильм «В мире снов». Давайте посмотрим на это. Это моя мечта. Визуализация. Нет, спасибо, что дадим, конечно, но я просто пошутил, а берем серьезный предел. Две рыбки, две конфетки. Нехорошо, четное число получается. Четыре. Ладно. А что показывают у нас? Просто я про наркомана что-то спросил. Я же с наркоманами работаю по работе. А я с бомжами. Ты же. О. Наша знаменитая Матильда, что выступает, так сама. Не, метадон же слышал? Конечно, циклодон, метадон. Ну я с коноплей в основном работаю. День пайки выдаются. Да вы что? Ну я же 2-3 года работаю. Ну да, сейчас пайки заканчиваются, программа закрывается. Не, мы курсируется за пока. Наркота запрещена, да? Метадон, надо А я брал, ходил специально для больного, для одного, то ли ценорезин, то ли... Ну вот он именно аптечного, разрешен только аптечного, по рецепту. Мне уже кое сказали. Вот, ну наркоманы это мой следующий фильм, а пока специфика вот... Я пока работал, немножко изучил. Музыкальное кино. Антигламур. Да. Это наш главный. Сейчас меня увидите, я танцую вон там. Кстати, в таком же, вот в таком же пиджаке. Я похож на террористов. Ну это на время рассказывает. У нас модель снималась, вот эта, которая танцует на переднем плане, Ксения Кучинская. А вот это мои дорогие персонажи уже, бомжи. Я тоже не могу понять. Это съемочный персонаж. Я здесь. Это не судит. Жена там. Жена из Запорожья. Я вообще делала. И что нам получается теперь? И девочки из Ностальжи. Ни один бомж на такую тусовку не попадет. Тоже верно. Я немножко в театре 18.